Дорогие харьковчане, враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Украины. В большинстве части украинских городов нет электроэнергии. К сожалению, не стало исключением и наш любимый город Харьков. Мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы за эту ночь восстановить энергоснабжение. Наши коммунальные службы, наши энергетики будут работать круглосуточно для того, чтобы было восстановлено энергоснабжение города Харькова. Вначале критическая инфраструктура, затем жилые дома. Нам придется перезапустить отопление. Сегодня я обращаюсь ко всем харьковчанам. Никакой паники. Мы с вами переживали и более тяжелые времена. Переживем и это. Мы выстоим. Мы победим. Мы харьковчане.